Снежная романтика царит и в Сокольниках. Застывшие прозрачные шедевры мирового искусства или же настоящее ледяное жилище. В субботу все влюбленные смогут сами попробовать себя в роли скульпторов. В каждой влюбленной паре будет выдан инструмент. Большая глыба льда, ну, большая, относительно большая, 1,50 м. Общий вес льда где-то будет порядка 100 килограмм. Ледовых дел мастера готовят еще один сюрприз. Гигантское замороженное сердце с живыми розами внутри. Евгений Будрит, Алексей Богданов, Сергей Прокофьев. Настроение.